Я, честно говоря, думал, уволят меня в 2008 году. Все же говорили, кризис, все такое. И тогда вот пошла вот эта волна увольнений. Тут так получилось, что государство вмешалось и не дало нашему предприятию упасть дальше в эту яму. И мы вот как-то всю эту сложную ситуацию вместе пережили. И я думаю, что сейчас Медведев и Путин, если они помогли в прошлом, значит, они помогут нам и в будущем. Поэтому я буду за них голосовать. Единая Россия. Вместе победим!